Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада вас приветствовать на моем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами начнем вязать ажурный жакет для девочки. Я буду вязать для малышки от 0 до 3 месяцев. Но этот жакет легко сделать размером и побольше, то есть до 5-6 лет можете вы спокойно связать своему ребенку. Что нам для этого потребуется? Я буду вязать из детского хлопка пряжи пихорка, то есть у нее метраж 330 метров 100 грамм, то есть вы можете взять любую пряжу, можно Белла от Элизе, можно, ну, то есть не обязательно даже чистый хлопок, можно взять смесовую хлопок с акрилом. Ну, я остановилась на этой пряже. Затем нам нужен крючок. Я буду вязать крючком 2,5. И несколько маркеров, чтобы отмечать эти линии, где мы будем соединять. Ну, я свой жакетик украсила ленточками, бусинками, пуговички вот в виде бантиков у меня. Но вы можете украсить все по своему желанию. Приступаем к работе. Набираем цепочку из 65 воздушных петель. Первая петелька. Подтягиваем. У нас появилась первая петелька. Теперь набираем еще 65 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Вот у нас набрана такая цепочка. То есть это будущая горловина у нашей кофточки. Начинаем первый ряд. Набираем 3 петли для подъема. Раз, два, три. Теперь у нас будет планочка из 5 столбиков с накидом. Провязываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Планочку мы провязали. Начинаем рисунок. Воздушная петля. Столбик с накидом вяжем в следующую петлю. То есть одну петельку пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. Провязали. Воздушная петля. Столбик с накидом. Пропускаем одну петельку основания, в следующую вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Пропускаем петлю основания, в следующую вяжем столбик с накидом. Так продолжаем вязать до конца ряда. Довязали
практически до конца ряда. У нас остается 6 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали воздушную петлю. Теперь у нас на этих последних 5 петлях будет еще одна планочка. Вяжем их столбики с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Первый ряд у нас с вами готов. Переворачиваем вязание. Начинаем вязать второй ряд. 3 воздушных петли для подъема. 5 петель планочки. 1. 5 столбиков с накидом планочки. 1. 2. 3. 4. 5. Второй ряд вяжем в арочку, где у нас образовано вот воздушной петлей, мы вяжем 2 столбика с накидом, между ними по одной воздушной петли. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Следующий. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Здесь мы видим, что у нас кокеточка начала заворачиваться, то есть появляется округлость у нее. Так мы продолжаем вязать до конца ряда, до планочки. Довязали мы практически до конца ряда. В последнюю арочку провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и петельки планки. Вяжем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Ряд у нас готов. Посмотрим, что у нас получилось. Вот она, наша кокеточка. Видно, что она у нас получается кругленькая. Приступаем к третьему ряду. Три воздушных петли для подъема. 5 столбиков с накидом, петельки планки. 1, 2, 3, 4, 5. Весь ряд, вот мы видим, у нас он состоит из таких галочек, которые образованы из 2 столбиков с накидом и между ними одна воздушная петля. Продолжаем также вязать. Только у нас в первую галочку мы дополняем еще одним столбиком с накидом. То есть мы провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, еще одна воздушная петля и еще столбик с накидом. То есть у нас получается в одну галочку 3 столбика с накидом и между ними по одной воздушной петле. В следующую галочку провязываем также столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Третью галочку также столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Четвертая галочка, мы в нее делаем прибавление, то есть
столбик с накидом, воздушные петли, столбик с накидом, воздушные петли и третий столбик с накидом. То есть теперь мы будем в этом ряду постепенно прибавлять петельки в каждую третью галочку. То есть здесь мы 3 провязали, здесь 2 столбика с накидом, здесь тоже 2 столбика с накидом. Здесь у нас уже 3 столбика с накидом. То есть следующие 2 галочки у нас будут по 2 столбика с накидом, в эту и в эту. В третью будет уже 3 столбика с накидом. Так мы вяжем до конца ряда. Довязали практически до конца ряда. Последняя галочка. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и третий столбик с накидом. Осталось планочка. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Третий ряд у нас готов. Смотрим, что у нас с вами получилось. То есть это одна планочка, это вторая планочка. То есть вот это наша работа. Приступаем к четвертому ряду. Вязание повернули. Для подъема 3 петли воздушно и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. В четвертом ряду мы в каждую предыдущую галочку будем вязать новую галочку. То есть вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, следующая галочка, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, дальше столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда, то есть в каждую галочку провязываем новую. Довязали практически до конца ряда. Осталась последняя галочка, то есть мы в нее провязываем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и 5 столбиков с накидом планочки. 1, 2, 3, 4, 5. Так, посмотрим, что же у нас получилось после четвертого ряда. Наша планочка. Так, она будет у нас на пуговичке застегиваться. Как вы видите, я не делаю петельки под пуговички, потому что полотно достаточно рыхлое, и для малышки делать очень большие пуговички не надо. Поэтому здесь может поместиться небольшая пуговичка. Приступаем к пятому ряду. Пятый ряд мы вяжем по такому же принципу, как и третий ряд. То есть в одну галочку мы будем вязать 3 столбика с накидом, но в третьем ряду мы пропускали 2 галочки, а в пятом будем пропускать 3. То есть в первую галочку у нас 3 столбика с накидом, здесь у нас 2 столбика с накидом, здесь тоже 2 столбика с накидом, здесь тоже 2 столбика с накидом. И уже вот видите, вот петелька у нас будет 3 столбика с накидом. Вяжем 3 петли воздушных для подъема, 5 петелек планочки. 1, 2, 3,
4, 5. Первой галочкой мы в нее вяжем 3 столбика с накидом. Столбик с накидом, воздушная петля. Второй столбик с накидом, воздушная петля. И третий столбик с накидом. Следующую галочку провязываем. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Третья петля. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Четвертая галочка. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И вот уже в пятую мы делаем прибавление. То есть 3 столбика с накидом. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. То есть вот что у нас получается. 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, по 2 столбика с накидом. И в следующую галочку 3 столбика с накидом. Продолжаем так вязать до конца. Довязали практически до конца ряда. Последняя галочка. Провязываем. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом и 5 столбиков с накидом планочки. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрим, что у нас получилось. Вот она, наша кокеточка. Следующий ряд. Шестой. Три воздушных петли для подъема. Пять столбиков с накидом. Раз. Два. Три, четыре, пять. В этом ряду в каждую галочку провязываем столбик с накидом на воздушную петлю и еще один столбик с накидом. Вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Следующий столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И так до конца ряда. Довязали практически до конца ряда. Последняя галочка. Провязываем. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И 5 столбиков с накидом планочки. Раз. Два. Три, четыре, пять. Посмотрим, что у нас получилось после шестого ряда. Раскладываем нашу кокеточку. То есть вот она у нас кругленькая и аккуратненькая. Седьмой ряд. Три воздушных петли для подъема, 5 столбиков с накидом планочки. Раз, два, три, четыре, пять. Две первых галочки вяжем в первой по столбику с накидом и воздушной петли. Раз, воздушная петля, столбик с накидом, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. В третью галочку мы вяжем 3 столбика с накидом и между ними по одной воздушной петли. Столбик с накидом, воздушная петля, в
второй столбик с накидом воздушные петли и третий столбик с накидом. Следующие 4 галочки, 1, 2, 3, 4, мы вяжем столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. И уже в пятую будем прибавлять, то есть 3 столбика с накидом. Так продолжаем вязать до конца ряда. Ряд мы довязали до конца. Раскладываем нашу кокеточку. Так, вот она, кокеточка. То есть здесь видно последний ряд, как мы прибавляли. То есть вот 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4 по 2 столбика с накидом. И в пятую 3 столбика с накидом. И вяжем последний ряд кокетки. 8. Три воздушных петли для подъема. 5 столбиков с накидом в планочке. 1, 2, 3, 4, 5. И в этом ряду в каждую галочку мы провязываем по столбику с накидом воздушной петли и еще одну столбику с накидом. То есть вяжем столбик с накидом, воздушные петли, столбик с накидом. Следующее. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Третья галочка. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так, мы вяжем до конца ряда. Вот и готова наша кокетка. То есть такая вот у нас получилась. Такую кокеточку можно использовать для вязания платьицев, сарафанчиков, свитерочков и любых кофточек для ваших малышей. Надеюсь, все было понятно. Во второй части видео мы с вами продолжим вязание. То есть свяжем тело нашей кофточки и рукава. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Также вы меня можете найти ВКонтакте или посетить мой магазин на ярмарке мастеров. Все ссылки в описании. До новых встреч!